И сегодня же стало известно о создании рабочей группы по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. Соответствующее распоряжение подписал глава государства. Возглавит группу руководитель администрации президента. В составе также будут представители парламента, правительства, Верховного суда, юристы и эксперты. О перераспределении власти Нурсултан Назарбаев говорил в середине декабря прошлого года на торжественном собрании, посвященном 25-летию независимости страны. Еще раньше глава государства отмечал необходимость передачи большей власти правительству и парламенту.